жизни. Он выполняет его указания. Где у тебя телефоны? Мы переброшены сюда. Алло, быстрее. Где я тебя? Давай. Понимаешь, ну не спектакль, но сейчас не делает спектакль. Сейчас у него Сорокина нет. Сейчас все у вас остановилось из-за этого. Он сейчас подъедет. Но зачем вот эти вот, ну не нужно ему совсем. Это ничего такого, да? Ну, не первый раз. Ну, они же приехали со мной, не одни, ты понимаешь ли, но вот сейчас они из этого какой материал делают? Да какой он без охраны? Вообще всего этого сам. Не надо, вон это два лапка уже это там снимает. Ну давай, сейчас давай команду вот я говорю. Пропустили и не нужны. Вам было дана команда вот все пополомать? Когда это были поломаны? А еще до того, как они читали это. Транспорт за мной вдоль нам, а мы шава чем ходят, спасибо. А давай, разрушили. Бухар, чеки сансер. Вот она была, будет ли? Все снимаешь, снимаешь. Смотрите, в каком состоянии, смотрите. Ну, оно, в принципе, оно в таком и было. Раньше так не было, я вас уверяю. Да нет, я вот командный, я решил вот это. Вот здесь, помнишь, мы тогда приехали, поедем, когда эта стена была обвалена после бури вот этой? Да, да. А вон РЛС повалили, тоже генерал-полковник. А? Вон, посмотрите. Вот все РЛС, видите, завалили. Это пили. Которая? Какой-то бронетехник. Трактор мы летели, мы повалили, видите? Это натурально бандит. А это так было, как полковник? Нет. Вон, РЛС. Нет. РЛС. РЛС сейчас нет, посмотрим. Нет. Сейчас дальше поедем. Еще да, там есть КП. Хватит тебе снимать. Что-то там это. Получается, вот это ущербно вот нанесен не только нам. И вам. Заверено был. Мами Челяры. Ивановым ТРС. И то, что у меня сейчас находится вот здесь, вот, где люди живут, где люди, да, нет, там все поддерживают. Люди уходят. Так вот у меня вот с этого начали там многие щипать, потому что мой дед был на стороне. Я притащил вот туда, перевез все вещи, все полностью перевез. Объем большой, а людей не хватает. Ну там вот вчера плиты. Видишь? Плиты с моей стороны, по моему разрешению, должны были перевезти сюда. Чтобы здесь сделать по твоему разрешению? По моему разрешению. Вот вы идете к разы? Да. Нет. По моему разрешению, прапорщик, я подходил, чтобы перевезти сюда, здесь сделал стоянку еще для одного вертолета. Города, где эта плита? Кому продан? У нас есть адреса. Чем продан? А?
Чем проданы это неизвестно. Кто-то будет он азербайджан, кто-то будет он еврей, кто-то трижды проклятым человеком, который разрушает добро. Вы уж присутствовали, товарищ капитан, да? Вчера, как было доложено. Вы не знали об этом? Так что у меня есть адреса, да? Это собственных домов. Ничего удивительного, ну, тут все... 4 стоянки мне разобрано полностью. Кто когда разбирал, я даже не знаю. Так у вас же охрана стоит. Где? Ну, где? Генерал-полковник и запускали. Министр. Ну, охрана есть, а с другой стороны разрушает. Другая сторона. Другая охрана. Ну, другая сторона. Как понять, охрана есть и разрушается. Да. Генерал-полковника не пускают. Министр обороны Азербайджана не пускают. Разбирали еще вон там, в плите, стоянки. Грамли вы? Разбирали еще до того, как встал туда. Разрушают? Под охраной. Было. Оригинально. Зачем тогда? Парадокс получается. Да что ломать? Вот наоборот их восстанавливали, вы знаете. Вот там я наоборот здание восстановил. Сейчас это штаб поедем, тогда виднее будет, как разломают. Даже двери, даже и патрон от лампочки сами. Все, я могу показать еще другое здание. Я разобрали местные жители, полностью разобрали. Мне не интересно, местные, не местные. Это раз вы не можете... Военный объект? Военный. Ну как местные жители? Да я же не отличаю здесь, нет. Я не говорю, что давай. Именно русский спецформат. Я по этому военному объекту обращался уже во все органы. Органы? Погодите, здесь спастись, тогда... Тогда дайте, пусть я буду под свои контроль взять, и я буду сам отвечать. Как это? Вот я взял под свой контроль сейчас, что вместе между охраной. Здесь опять, ничего не разбирается. Опять нестыковка идет. Если все. Вы говорите, что вы взяли под свой контроль, как вчера 4 раза могли вывозить отсюда? Плиты, что ли? Да. Не вывози. По моей команде везли сюда для строительства. Сюда везли. Вот. А вы говорите местные жители. Нет. Вы две разные. Вы принимали это участие гражданское. Прошу, как задать вопрос? Да. Мы только что проехали. Видели радиолокационные станции, которые разобраны, еще подожжены. Видели технику, которая полностью разрушена на территории там. Нет, это тоже местные жители? Где? Вон там при выезде. Мне не интересно. Между прочим, это я могу вам сказать. Это не разобранные радиационные станции, я просто вам обещаю. Это когда был здесь ураган, когда начал выворачивать вертолеты, эти станции завалило. Это не ураганом завалило. Ураганом завалило. Нет, не надо, не надо. Это завалило ураганом. Я могу сказать, день, когда у меня 4 борта выведено было из строя, когда вывернуло лопасти. Товарищ подполковник, вопрос разрешите. Что-то если взять... По последним метеорологическим данным, на территории Азербайджана таких ураганов нет. Было в апреле месяце. Нет, не в апреле месяце. Ну что вы? Или в конце марта. Нет, в апреле, да. Или в начале апреля? Да, это возможно. Да? Там парусы. Да. Нет, они с лотовым вот так стоят. Вертолет можно, но... Нам еще выдачка. Вот эти боксы. Все понимают. В общем, да. Все, в общем, сообща.
Всегда в такой состоянии приходит. Ну кто? Вот полк давно ушел. Кто вот эти стекла приготовил? Да, заряженная. Это вот такой вот просто я еще наглядываю. Туалет. Он теплый, на полайте. Больше, чем достаточно. Я считаю, что вот сегодня наш разговор должен конкретизироваться. Я отвечаю за это. Я думаю, потому что завтра это разрушение я должен достроить. Если будет пользоваться или ЖСНГ, или, скажем, ЗАКВО, пожалуйста, пусть пользуется. Тогда и я буду отвечать за все. А сегодня охрана генерал-полковника не пускает, министра обороны не пускает, а внутри такой бардак происходит. Нахрена нужно, извините за выражение, такая охрана? И зачем маскируем свои дела? Больше здесь хорошо, мне не стоит. Я думаю, что это не надо фактов много собрать. Здесь сколько хотите фактов. Давай. На доляр идем? На доляр? Надо выбраться. А вообще это покрышка все сложено. Наверное, на одну подъемку. Нет. Это такая конструкция. Это такая конструкция. Да, тут, да. Да, тут она, видите, это самое, три корда, это самое, пока снимется. Да, это... Три торможения помогают. А? Да. С покрышками у нас тяжело сейчас, правильно? Конечно. Чего, жигулевскую поставить? Не, жигулев. Ты вот это? Нет, ты вот это. Как оно спущено? Да, конечно, но...
Вообще-то, по-умному, по-умному, вот так бы надо было. Правильно вы уже это самое. А вот это уже колесо уже меняется. Это же такое вес. Ну ладно, поехали дальше. Что делать? Я думаю, можно сесть. Поденем просто на шуток. Это не мое, это ваше. Ну, командир, расскажи, что это такое? Значит, это со стоянки было сюда загружено и притащено. Ну, это что вы? Я сейчас не могу сказать, это... потому что я... Контрольный парк, по-моему? Да, парк. Формуляры. Это поступили. Как грамотные эти самые. Нет, это 76. Нет, это мое. У меня после сломан. Нет, нет, конечно, это местного полка. А. Это вы должны были вылезти? Нет, это загрузили без меня. Это кто загрузил? Наши или ваши? Ваши, ваши, ваши. Самолет пришли под детей. И под детей, они пришли. Волейбол и футбол можно играть. А вот этот Атан 124, Иврия. Руслан. Иврия. Там вообще заходишь. Да, один раз я в Иврии был. Да. Так вещи все остались? Нет. У меня дипломата так и нету. У штурмана дипломата нету. Куртки дипломат штурмана какой? Нету. А полетная документация? Тоже полетная документация стала самолета нету, которую угнали в Баку. Да. Тоже нет. А с этих? Да. С этих есть. Тоже Дуарен такой, да? Куртка вернули, и дипломат с собой забрали. Одну куртку ему вернули. Одну не вернули, а вторую что? То, что не вернули, я всю минуту уже не вернул. Вам ничего не надо. Ну тут, наверное, гражданский подъезжайте на машину. Здесь был много гражданских. Мы просто это, на каким-то шпигалем открывали. Дюра, да. Если с усилием 50 килограмм, как вы говорите, то оно порвет.
Сейчас на пике. Страдает. Вот. Поступили выходы частей, дислоцировавшихся в Азербайджане, и град, и все. Вдруг второго, и все было нормально. Было нормально. Там подпись стоял Грачева мной. 2 числа я получаю, руководство армии из СНГ или же, я не знаю, российский, переостановить. Да я выхожу на министерство России. В чем дело? Не в курсе. Выхожу за КВО. В чем дело? Не в курсе. Зачем переостановили? Не в курсе. Кому это не понравилось? При выходе я всем офицерам, всем своим приказом, дам конфискацию. За КВО это не запретил. Это деньги перечисляют нам. А офицеры отсюда пускают пустыми руками. Я вам могу представить, когда ты знаком. Я не хочу никого не обижать. И люди, которые здесь жили, где бы то другом месте жили, они должны жить, иметь право на жилье. Люди, которые здесь оставляют свою квартиру, они должны за это получить. Потому что где, в каком-то части мы не жили, бывшего Советского Союза, никогда мы не думали, что это разрушит. Я тоже учился в Москве, защитил там. А именно делают так политики, чтобы народ с армией стоял лицом к лицу, лишний кровь правил. Вот сегодня 2 дня вы мучили. А 4,5 дня мучает весь мой народ. 450 000 пешек. Да я все зачувствую. И не намерен вас здесь. Был такой, что за один день зажгли Ситовчайский аэропорт, все угнали. Из Кюрдамирский. Все угнали. И отсюда начали. Я вынужден был это делать. Я никогда. Я подходил, какое-нибудь предложение, какой-то приказ вам давал. И не буду давать. Все человечества имеют право на жилье. И на жизнь. Где бы то он ни был. Сегодня вот тот самый. Кто это делал? Пожалуйста, с вами вместе я готов. Любой дистанции. Если я буду виноват перед вами, перед всеми. Я готов сам себе застрелить. Потому что я человек. Я никогда не убивал, не расстрелял. Я ученый. Всю жизнь учил людей на руках медь. А сегодня что? Пугаю. Как будто мы людоеды, мы кровожадные. 500 000 русских, 500 000 русских живет. 500 000 русских отдыхает. Никуда никого мы не собираемся гонять. Тот офицеры, которые хотят остаться, стоят здесь по договору, по контракту, пожалуйста. Без всякого присяга. Настоящий человек в жизни один раз присяга. Я не собираюсь унизить честь офицеров. А все вышесидящие играют жизнью людей, народа целых. Я когда был в Ташкенте, тогда убедился. Что происходит? Еще опасный взрыв ждет нас через 2-3 месяца по всему бывшему Союзу. Вы увидите. Я вас не вру, не агитирую, но это так. Был в Баку в разных частях. Обратился ко всему. То, что я приказы, не доводится до офицера. Как будто мы собираемся все. Честное слово нет. Поверьте мне. Абсолютно это не так. Пожалуйста. Вот я здесь прожила 13 лет. Я очень уважала ваш народ. А когда вчера погрузила вещи, вот, с одним ребенком, с автоматами окружили мою машину, из городка не выпустили, пока не сорвали от меня ключи. А у меня ведь остались там еще вещи, потому что муж отменился. Вот вопрос. Как? Почему? Потому что люди, которые сегодня... Я вам объясню, я врач вертолетной эскадрильи. Нам 2 года не поставлял Азербайджан вообще. Аптеки отказываются давать. Простите, кому принадлежит? Я принадлежу вертолетной эскадрильи. Куда это подчиняется? Это подчиняется Закавказскому округу. Закавказскому округу. Я объясняю ситуацию насчет медикаментов. Медикаменты, насчет потому что, друг ты мой, это ни одни, ни две. Сегодня у меня все госпиталя лежат без ног, без рук и люди. Я понимаю, я объясняю ситуацию. А за пусть и заботит. Я сегодня понимаю, я мог даже быть нечеловечным, прекратить все продукты передачи.
А вам не обеспечивают. Вас хотите, не обеспечивают. Я объясню. Другой самолет. Я вас уверяю, если вопрос не будет разрешен, я ничего не дам. При всех говорю. Это самолет, пожалуйста, через полчаса я дам команду. А где же наш мужья? А как же мужья? А мужья наши как? Но ваши мужья военные люди. Здесь. Они должны быть на передовой, когда они здесь находятся. А эти люди против нас вставлять не надо. Они жили здесь. Сок хлеб делили. Не надо. И у нас тоже есть жулики, которые лезли там какой-то. Клянусь, я их найду. Я три раза сурово буду наказать их что-либо другое. Я по натуре родного брата не прошу за подпись. Но я прекрасно уверен, что это уйдет потом другое. Но я эту вещь решил. А зачем сегодня имени десантники должны здесь быть? Они нам не нужны. Мы сами можем разобраться. Они хотят, чтобы еще с десантником меня поставили. Мы же, вот видите, один человек не терпит, потому что семья страдает. А мой народ 4,5 года так страдает. Все такие дети даже крыши над головой не имеют. 4,5 года. Но я каждый имеет свой предел. Мы договорились, еще я иду в жертву, еще самолет. А тот самолет одновременно они летают один в Баку, другой это отправляйте, пожалуйста. Даже много переговаривать. С чего начало все сидеть? Находящихся оружие, автомат, 1000 штук, 400 пистолетов. Зачем загружалось самолет и летал отсюда? Вот с чего мы начали? Без документов. Подождите, ни накладного, ни доверенства, никакого распоряжения. Я его остановил. Разгрузил, вот начальник гарнизона стоит. Разгрузил ваш. Я даже не пытался его вывезти, Так нет, Юрий Михайлович. Разгрузили склад, опломбировали вашим, нашим блембом, до сих пор стоит. С этого и началось наш скандал. Высадили десант, и я высадил таких, что еще разбомбили, разграбили с их руками, с нашими руками. Теперь попробуй найти конец. Если не было бы этого, аэродром здесь четко стоял и ничего не трогал. Ни с народной армии, ни с местными, ники. Не нужно тут оправдать. Давайте дело разберемся тогда с самого начала до сегодняшнего дня. С самого начала мы будем разбираться. Знаете, Юрий Михайлович, очень хорошо обстановка. И я знаю. И я своему министру доложу об этом. Сейчас нужно пока что вот с этого. Это вот самый больной вопрос. Теперь, Кваркин, я извиняюсь, до конца не высказал. Вот то, что сейчас сказано, и такое предложение, я должен сейчас выйти на связь, потому что мне эти полномочия не давали. Я. Теперь еще скажу внуку. С квартиры жалуется женщина. Я разберусь, кто этот автомат там находился там. И доложу министру обороны своему. Это все договорились. Но почему эти квартиры торгуются без ведома начальника Кельча, министра обороны? Кто же торгует? Кто имеет право? Я сейчас скажу, кто торгует. Извините. Вчера поймали одного вашего. У него было 20 штук фиктивных документов. Квартиру уходит за 30, за 50, за 150 продавал тысяч. Продавал он эти вещи. Квартиру уходит. Чем представлен право? Или нашим министром обороны, или вашим? Конкретно такого лица вы можете представить? Есть, конечно. Есть, даже вам представлю лицо. Даже вам представлен, дорогие генерал-полковник, даже проданные машины, наряды вам представили. Да. Кем продан? Каким печатом? Кому продан? Из гарнизона. Сейчас я гарнизон, мы разграбили немножко, да? Это все на нас сейчас будет валиться. На нас будет валиться, я понимаю. Когда идет неорганизованный процесс, конечно, на кого-то я вам, можно на кого я вам покажу десятки машин, которые во дворе стоят, проданы. Просто вытащили отсюда из гарнизона. Не моим рукам, не с вашим руками. А чьи руки там было? А вы разберетесь сами. Вы можете подойти к тем жителям с квартирами и спросить, как вы приобрели, как вы зашли сюда? Нет, это жители я тоже ваши отсюда выдворить. Всем им сообщите. Это принадлежит военному, Министерству обороны. Все мои военные обязаны там будут жить. Я им всем сказал, открыто офицерам, кто уезжает, мне представляет ключ, я ему даю компенсацию. Уезжайте, пожалуйста. А зачем, если вы получаете нормально свои деньги, зачем идете сделку незаконно? Вот вам это в свое время не давили. У меня есть такой приказ. Я всем дал военным частям, дислоцирующим в Азербайджане. Я прекрасно понимаю, во что бы это нам тяжело не было бы, но люди, вы здесь жили, где-то должны иметь квартиры, крыша над головой.
Но я это буду обеспечивать. Давайте это сделаем сейчас официально. Я вам даю ордер, даю ключ от квартиры. Вы мне даете компенсацию. И даю? Зачем же не даю? Сейчас я вам предоставлю этот ордер. Да я прекрасно знаю, что я с сумкой сюда не пришел. Прошу. Сейчас вот что же хватит. Во-первых, слушайте, вы не имеете. Я не хвастаюсь. И я говорю то, что буду стоять на это слово. Кто подавил ее? Не надо быть потом. Настоящий дурак ненормальный. Уберите его отсюда, этого гада. Зеленки не надо. Так, с министром разговаривай. Это да, и сообщите всем вашим людям, чтобы загородили все. То, что я 7 человек из ГРУ Гиша посадили в Баку, они имели наши удостоверения, ложные номера и везли по республике. Вроде. Так что и среди наших есть таких подлецов. Есть такие организаторы тоже. Да уже не вчерашний мальчишка. Ну, много очень сделали. Очень много сделали, потому что очень много сделано было начали сверху. Которые сегодня тоже, вот, судьба этих людей им на лампочку. И я сегодня тоже, вот, есть задный замысел. Уговорить нас, немножко выиграть время, что ты опять натворишь. Я вас уверяю. Потому что в верхах вы очень маленькие люди, а там решается судьба целых народов. Чьим руками? Чьим руками? Каким умным головой? Пока это неизвестно. Я тоже предел имею свой. Вот видите, один день не терпит люди. 4,5 года перед вашими глазами погибает народ. Зачем молчали? Зачем молчали? Вы все видели это несправедливо. Когда 366-й полк стреблял весь мой народ. Молчали? Сегодня именно касается вам интерес. Говори только не на том уровне, конечно. Каждый на том уровне говорит. А каждый, значит, тогда мне задевается. Мы на том уровне говорили, а потом обязательно. Поднимали вопрос. Сегодня то, что у меня есть сведения, почки снимают из этих наших заложников. Продают американцам. 5-летняя девчонка, 5-7 человек изнасиловала. Сейчас у меня в госпитале лежит. Ну немцы же этого не делали, конце-то концов. Мы же 73 лет вместе жили. Во голове русский народ сколько, 70 лет кричал, мир, мир, мир. Куда вы одели этот мир? Это наши отцы защищали эту землю. Эти земли защищали. Что давал Азербайджан и Украина единственные два распилка во время войны? Вы же все историки, вы же знаете политики, вы знаете войны, как вели. Порядочность надо. Начать все забить, забыть, или ноль. 75% поддержал республика, только войны. Вот. А сейчас мне это будет. Я 30 лет прослужил, товарищ начальник. 30 лет я прослужил. Кому следует? Позавчера был там приказ, что все коровы резать, все подготовить, не оставить здесь. Вот если так будет, клянусь, я нашу гражданскую войну. Гибнем, погибнем, как мужчины будем погибать. Вот еще раз говорю. Да нам была команда, вывести нас. Как-то вы режет, отправили. До чего дожились уже? Подожди, а вы подонимали такую команду? Не надо, я вам говорю. Вот это спокойно могли уехать. Очень хороший ты человек. Был я тебе сказал. Давайте разрешим все проблемы. Ты не правильно сделал. Прекрасно знаете, ваш маленький человек. Что? Ложный. Мой приказ. Где людей не вывез, я буду коровы вывозить. Что вы этот, глупость говорите? Какая глупость? Прекрати. Прекрати, я тебе сказал. Прекрати. Ничего ты не прекращал, а все время сводил нас всех. Вы меня все время вот так вот. В бабе ты все время нас сводишь, и сейчас сводишь в бабе. Я не отстранял тебя в должности. Я стрелял, а тебя уважал. Так подождите, при чем здесь начальник? Начальник меня, что его зовут? Ельцин? Или кто?
Детей отправляем в Генджи. Они оттуда скрутили на один транзит, походу, летает. И тот самолет, который погружен, никто же отправляет. Все остальное стоит. Полосу нам проявляют. Полосу под утром дальше. Чтобы безопасность была обеспечена. Нет, безопасность будет. Да. Для кого еще? Для семьи. Кроме того, я вот при генерал-полковнике ставлю вам известность, если конкретно задание, конкретно решение не будет, если кто-нибудь попытается отсюда, мы тогда предоставим все кровь. Так и так наш круг бьется, и я не хочу этого делать. И летчики, которые здесь остаются, отправляют свои семьи, они пусть думают тоже, что их, для их семьи для их дорога, мой народ для нас дорога. Чтобы долгое время вы здесь плохо или хорошо ли имели отношения с людьми, это святое отношение не спорт. Ложным приказом, под видом учения и так далее. Ничего не буду пускать. Все разрешится, пожалуйста. Все было разрешено, все было нормально, цивилизованно. Украина пошел по той пути, мы не пошли. Казахстан пошел по той пути национализации, мы не пошли. Киргизия пошел, Белоруссия пошел, мы не пошли. Ну, терпели. При таком тяжелом обстановке мы терпели. Был заключен и был назначен этот график. Кроме того, еще дополнительные переговоры должны были быть по ВВС и ограничен гостем. Это переговоры пока не закончены. И по этому поводу никто не имел права здесь, минуя меня, не вставляя мне в известности, все это взять, передислоцировать под видом учения и так далее. Но это произошло. Произошло в Читалчае, произошло в Кюдамире. Хорошо, что я здесь успел, а то здесь тоже ничего нет. Теперь до полного решения задача. Я то, что положено мне, как министр обороны Азербайджана, как бывшему Союзной Республике, я все это свои получу. Лично мне ничего не надо. То, что здесь квартирные вопросы нечестным образом проданы, я их все заберу. Потом, пожалуйста, составляйте мне список ваших сотрудников, которые они сдают ключи в полном сохранности квартиры. Я им плачу наличку, компенсацию, и даю ему справку. Он сдал квартиру. Мне кажется, это более доступно, более спокойно, чем сейчас у нас в Баку 70-летний мужчина женится на 20-летней женщине. Что мы любим, давно друг друга любим, из-за этой квартиры. Но я это все равно пропускать не буду. И 70-летнего мужчины тоже буду вывести на телевидение. И 20-летняя девчонка тоже. Клянусь, буду делать. Вот для родного брата я не прощу. По натуре я тоже обещаю, это буду делать. И передайте всем, что я прекрасно понимаю. Вы люди определенную свою жизнь жили здесь. Другие там, в других местах. Ну там... Другие как поступают, я не знаю. Я в людском отношении, в человеческом отношении все буду делать на должном уровне. То есть, чтобы отсюда, уезжая, имели что-то, хотя бы там какой-то хата, какой-то крыша иметь над головой. Несмотря на то, что в других республиках это не делают. Потом, кто останется по железной дороге, да я сам по этому списку дам вам контейнера. Контейнера будет упакован при ваших этот, представителей, там же запечатан будет уже таможенный досмотр не будет, потому что я прекрасно знаю, что таможенный досмотр тоже просит это. Жулики у нас достаточно, везде, здесь, в России, в Украине, везде. Так что для пересечения всех этих недозволенных приемов я создаю вам слово. С одним словом, чтобы тоже нам в спину удар не делать. Кто хочет оставаться здесь? По договору. По контракту. Пожалуйста. Если мои свои будут получать 5 тысяч, они будут получать 10-15 тысяч. Потому что эти кадры нам нужны, чтобы пока наши свои кадры появились. На это тоже. Все социальные, экономические обеспечения и юридические, то есть правовое, что их жизнь отвечает, будем. Вот это тоже будет.
там, личным уже, что я могу, того и делать. Мы тоже будем затянуть времени, но сделаем, что наш народ стоял нам. Такие развалины не получилось. То, что они делали наши, сегодня же, завтра я их найду. Тот, кто он не был, он получит свое наказание, и мы прощать не будем. Нам дороже всего эта земля. А мы это сохраним. 7-миллионного народа на колени ставить нельзя. Мы очень уважаем, я лично и мой народ уважает русскому народу, другим народам, потому что я учился там, у меня очень многих друзей, и нас связывает 200-летняя связь. И там и родственные отношения есть, и дружеские отношения есть, и научные отношения есть, и культурные, и всякие отношения. И впредь мы не собираемся это нарушать. То есть на паритетных основах российское государство, женское государство будет иметь всякие контракты, всякие договора, всякие связи, и военно-политический союз мы собираемся заключить. Сейчас уже у нас президент появился, будет официальных переговоров. Я с военными почти все делаю, но, к моему большому сожалению, политические деятели, которые вот последние 7 лет, что творят над советским, бывшим Советским Союзом, над этим народом, всем нам известно. Так что у нас был подписанный рабочий протокол, подписанный график, подписанный потом числа любой, значит, бронетехника, сколько нам положено танков, сколько положено БМП, сколько положено БТР, сколько положено вертолетов, сколько положено самолетов. Все я сам подписал, будучи 15 числа этот Ташкент. Все это цивилизованным образом было принято, все нормально. Даже там сказать, что на паритетных основах, Закавказье сейчас тяжело такое, несмотря на то, что наша территория 3 раза больше, чем армян, сказали, нет, сколько вам, столько армян. Только даже, когда речь шла о Каспийской флотилии, сказали, что армяне недовольны, я сказал, что тогда, пожалуйста, Севан создавайте для них тоже флот. Мы не против. Но мы имеем море, что мы виноваты, что ли? А это 250-летний там опыт имеется, там есть училище. Я хочу это училище сохранить, еще при моем возможности новое что-то делать. И те там, которые преподаватели, квалифицированные специалисты, которые есть, больше себя им создам. Все это договор был. А потом кому-то это не понравится, и все вот на крест. Одни говорят, что действует этот наш договор, вперед выводов войск, мы поступления будем получать. И все было обговорено. Ни одного «но» там не было. То есть мы нашли общий язык, точки соприкосновения, никаких конфронтаций не было. В некоторых местах они нам пошли ступку, в некоторых мы им, все. Потому что ну, мы же остаемся людьми, они тоже остаются людьми. Ну кому-то это не понравится. Потому что там политиканты, парламентеры сидят на мягких креслах, иногда даже видите, что они дремят, но народ здесь страдает. По этому поводу я считаю, что пока что уважаемый генерал-полковник здесь, мы выйдем на любой дистанции. Я издал телеграмму, что в течение 3-дневный срок, если это не разрешится, с 14 числа я прекращаю все подачи и горючий, смазочный, всякий, кроме продуктов. Потому что это все-таки, я считаю, не человек. Есть дети, есть женщины, есть люди, должны есть. А если это не будет, ни один техник отсюда не сдвинет. Возможно, кто-то думает, что, конечно, Россия сильна в военном плане. Но мне кажется, эта сила сегодня нас подавит, завтра обернется самому себе. С позиции оружия здесь иметь вести деловой разговор, человеческий разговор, не подобает. Ни им, ни нам. И я не сторонник. По этому поводу 2 дня, 3 дня нормально рынок охраняю. Чтобы вот сегодня, вот сказала эта женщина, что ключ отобрали, автоматом подошли. Во-первых, мужчина настоящий, поломал стекло казармы. Это возлагаю на вас. Если вы не найдете, вы будете лишен из воинской звания. Вот, при всех. Пожалуйста. Сейчас.
Я думаю так. Чтобы здесь никакого конфликта не было. Значит, командир полка. Значит, ВДВ у нас... Подполковник Быстров. Дело. Значит, он на объекте. Вот надо его пригласить. Вы соберитесь втроем. И, в принципе, утром и вечером. А вот сейчас нужно собраться и определить, кто за что отвечает при нынешней обстановке. Где чья граница влияния. Каким образом, так сказать, пересекать все эти сферы, и чтобы, так сказать, не получилось так, как у нас сегодня получалось. Подъезжаем, нас вроде не пускают, а кто тут ездит, и здесь вот все грабит и его. Это первое, значит, взаимодействие. Раз, два разных ведомства здесь собрались, значит, должно быть взаимодействие. Вы как командир, операционный начальник, значит, вот это должен взять. Теперь второе. Надо на каждом объекте сделать так, что вот полностью изолировали, туда никого не пускают. Это неправильно. Там есть люди, которые за до этого отвечают. Значит, их надо туда допустить. Пусть он следит. И все, вот тот, кто охраняет этот объект, и он за него, значит, отвечает, чтобы у них было тоже взаимодействие. А так иначе он же голословно будет обвинять, что кто охраняет, тот и уносит. Вот. Или еще там всякое. Вот чтобы этого не было, чтобы этот товарищ был на объекте. В ТЭЧ, значит, начальник ТЭЧ. В автопарке, значит, в автослужбе. Вот. И везде такие вот люди, они тоже. Я не против. Потому что без этого тогда не будет у нас самого главного взаимодействия. Конечно, жизнедеятельность, счастье, она прекратилась. И будет прекращена, пока не будут поставлены точки вот на политическом решении. Вот. И никаких, конечно, ни о полетах, ни этих, ничего не может быть. Но я прошу следующий вопрос. Я вас очень прошу. Значит, в том состоянии, в котором находятся сейчас самолеты, что-то можно еще спасти. Но если мы дальше их оставим, то они будут тогда уже еще более безвозвратные, значит, потери. Поэтому где можно подкачать и восстановить, плита есть уже достаточно. Но зачем гробить окончательно? Ну, угробили там казарму, угробили там одна цена, но это же тоже миллион. Ну, поэтому здесь совместно с инженерами где-то это надо восстановить. Функционирует она не будет, пусть стоит, пусть она на полуспущенных, но надо ее сделать так, чтобы она не на ребордах стояла. Мы же понимаем весь этот весь 124-й, МиГ-25, что это означает. Я видели, что при полном охране в Тарантинском военном аэропорте, там все разгромлены. Нас с генерал-полковником не пускает, значит, он командует. Вроде формально есть, а фактически нет. Охрана нас не пускает, а заходим, там полный разрух. Значит, официальных людей, как занавес, ставили, что есть охрана, никого не пускает, даже самого генерал-полковника, самого министра обороны. Но тоже медпункты поставили по ним того же врача, он бы, наверное, позаботился, чтобы не тащили эти стекла, а то приносят эти стекла. Бег на газу стоит. Весь огромный, в общем-то, там ничего не светит. Ну, для чего тогда эта охрана? Если охрана для того, чтобы только начальство не пустит, то здорово. Здорово. Все вы видели, и мы тоже видели. Так что, в принципе, чтобы они были жизнеспособны и так далее, у нас тоже есть... Должен быть ответственным. Они потом могут... В общем-то, до полного решения, а сдвиг не будет. Да. И распределите. Функционировать не будет, но ответственные должны быть на своих рабочих местах. Должны иметь доступ. Чтобы провокации не было. Провокация ожидается. И, может быть, с нашей стороны нездоровых сил, и с других сторон. Для того, чтобы пересечь это... Все здесь охраняющими силами должны быть распределены. Ну, кто, подумайте, кстати, начальник службы автопарка, пожалуйста, пусть он будет находиться при вас там. И рано утром, когда приходит, и когда вечером уходит, сдает, в таком состоянии, даже покалечит. Мы на это все. Не против, потому что мы за свои, то есть и за это имущество отвечаем. Это какую-то часть останется. Во что бы то ни было, это наша земля. Но все-таки все, если заберут, криты же не заберут с собой. Да, так как, конечно, все толчаи были. Ну, этот раз, на этом не допустим. И я думаю, что, ну, очень уважаемый генерал-полковник, все своим глазам видит, и он соответствующее свое мнение скажет.
предотвращать. Если даже этого не будет, я сам полечу в Москву. Со всем этим материалом. Отсюда и полечу, если придется международная инстанция. Ну, я этого не хочу, потому что мы можем с Россией между собой все решать. У нас никогда враждебные отношения не было, и я не думаю, что после этого будет. И не желаю. Абсолютно не желаю. Ссоры избы вывести не надо. Все-таки мы жили вместе. Вот вчерашние люди, которые вместе с Авша жили, сегодня уже вот один день мучились, Тут же они с претензиями. У них претензии правильные. Но перед их глазами творилось чудо, безобразие, который произошел 4,5 года. Все молчали. Если тогда мы все одногласно поднялись, то сегодня такой бардак мы не встретились. С меня прошел, моему брату задался, до лампочки. А вот таким принципом нас и воспитали, и учили сегодня, мы пришли в таком трагическом. Еще это половина трагедии. А полная трагедия еще ожидается через 1,5-2 месяца. Я вас всегда уверяю. Пожалуйста, я очень ничего не хочу добавить. Ну и последнее. Значит, здесь еще есть машины, которые оборудованы контрольно-проверочной аппаратурой. Это вот. Вот. Некоторые из них уже исчезли. Поймите, конечно, можно ее на что-то использовать. Плохо прицепить и пахать можно. Да? Но у нее другое предназначение. Вот это оборудование не должно быть... Там же разобьют манометр, все это, вся машина, ничего не будет. Ну, что вы имеете в виду, это компрессор и так далее? Нет, там есть специальные машины, машины. Вот, особенно вот в ТЭЧ полка, да, да. Особенно, значит... Я думаю, что они не будут. В развед этом самом... Для сельскохозяйственных нужд. Нет, я говорю, в принципе, можно. Нет, это, я это дал указание, я, в принципе, честный человек, да, чтобы но... это увезти оттуда, чтобы они не были жизнеспособны. Есть лежит. Аппаратура для проверки различных систем. Систем, я прекрасно понимаю. Ее можно вывести одним ударом там, не важно чего. Нет, не вести поводить. Вот это должно быть, потому что удары. Кому она нужна будет? Вам ли? Еще-то кому-то? Ну, нет, удар этого не будет, потому что это не взяли не только проходимцы, которые, а им нужна только машина, шасси, чтобы вся аппаратура снять. Эта машина стоит на очень надежных местах. Они в нужный момент подойдут сюда, как-то договоримся. Это разговор. Я, в принципе, ничего не хочу с вас спрятать. Да? Это я не в курсе. То, что я дал команду. Я просто выразил просьбу. Большое спасибо, что выразили. Еще раз мы это учтем. Как крупный специалист. Ну, так, я думаю, если у них, может быть, вопросы... Ну, Бондарев, решите. Давай, товарищ Бондарев. Товарищ министр, товарищ Рапорт. Я все-таки, знаю, там был возле самолета, и прошу все-таки Ил-76-й товар. Значит, товарищ Бондаренко, не возникай себе. Значит, люди не полетят. У них вещи загружены. Товарищ Бондаренко, самолет полетит на ту точку, где их не вещи. И больше не надо. Не поднимай самолет. Хорошо. И второй вопрос у меня. Значит, зачем затягивать это? Я не затягиваю, но я знаю людей. Не надо затягивать, потому что второй вопрос. Это надо решать. Второй вопрос. Значит, я считаю, то, что вы сказали, что кто-то должен ответить за тот рабеж. Я считаю, я оставляю здесь своего замначальника штаба, и пройти проектировать все, понимаете, все полностью проектировать, документально. Иначе потом не найдешь виновных. Истину и все тому подобное. Я прошу это. Потому что грабеж идет. Мои люди, извините, пожалуйста, я заканчиваю. Мои люди, которые сейчас уезжают с сумками, никто двери не унес, никто окна не унес, в самолете тоже нет. А окна и дверь продолжают нести. Сейчас только что видим. Все. Ну то, что видели, я дополняю ваши видео, видели там, где охрана, сильная охрана стояла, там тоже двери, окна не было. Значит, с помощью этой охраны кому-то выведено, и какой-то жулик больше ценит рама этой здания, чем свою родную землю. Такие люди есть, я вам сказал, что у меня в Учёте, в Кенте, где находится плита, где находится рама. Клянусь, в скором времени вы их увидите на экранах. Я их посажу. Если он будет моим родным ребенком, я не прошу. Это факт, я с вами согласен. Но беда в том, что под такой охраной, если это происходит, я пусть организуется из представителей военных, из представителей районного власти, комиссия, все найдут истину, дойдут, протоколируют актом и приносят. У меня уже военная прокуратура действует, тут же даем, там есть и расстрел, и 15 лет. И в любой. Все. Я одобряю.
Хорошо. Еще какие вопросы? Товарищ мистер Брун, товарищ генерал Покорин. Раз пошел вопрос так, товарищ начальник, я предлагаю в этом случае, давайте двусторонне создадим комиссии. Это пусть будет госкомиссия. С участием юриста, с участием ГКП, с участием начальников. Эти проверки осуществим, пусть это и будет. Николай Васильевич возлагает. Пусть будет 10 дней, 15 дней, месяц, допустим. Чтобы выведем конкретных виновников в этом. Значит, его. Наша вина, ваша вина. Чья рука больше там. Есть, и наша вина нет. Товарищ министр обороны. Есть у нас та же вина. С чего началось, когда началось, почему? Конкретно после этого только составим акт, утвержденность с участием этого комиссии. С нашей стороны, с вашей стороны. Хотя даже с нашей стороны я больше всего возьму тех, которые служат у вас. Пусть попробует, то пойдет здесь тоже на провокацию. Это мое предложение. Есть речь у вас. Давайте организуем. Сейчас же назовем имя, фамилию этих людей, чтобы пусть они работают. И то, что вот тогда там сказали, наш полковник, что есть машины, которые проданы, с чего это начато, как это процесс началось. Все, пусть разберется, я согласен. Разбега, она тут же лопнет. Кто будет отвечать? Я с вами согласен. Сегодня этот летчик или же техник, отправляющий своей семье, есть у вас гарантия, что завтра он не заводит и оттуда не выйдет? И я откуда его буду найти и откуда буду искать? Который вам это несколько раз дам такая команда, сегодня вы сами игнорируете, но с другой стороны не можете отвечать. Кто вам дал команду погрузить это оружие на самолет? На какой основании? Нет, вы команды не было. А зачем погрузили? Я его не грузил. Кто грузил? Значит, я за это даже не отвечаю. А кто грузил? Я не отвечаю. У нас же 6...